Полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил лозунг следующего Восточного экономического форума «На пути к сотрудничеству, развитию и процветанию». Он отметил, что все кризисы пройдут, а те, кто сейчас придумывают санкции, поймут, что на этом ничего не получишь. Полпред также подчеркнул, что такое предложение по тематике форума будет представлено президенту России. Честно скажу, я считаю, что страны, которые пытаются санкциями повлиять на Россию, а страны, которые не понимают, что единственный путь к развитию, вообще мировому развитию, это международное сотрудничество, это эти страны делают большую ошибку. Поэтому я не думаю, что сейчас что-то изменит передача Норвегии. Весь сам по себе механизм международного сотрудничества очень сильно изменился. Планета так фрагментировалась, и вот какой-то такой взаимной поддержки особо-то не видно нигде. Я надеюсь, что все вернется на круги своя. Мы победим, а сотрудничество в мире восстановится.